Олимпийский факел гордо стоит на пьедестале уже давно, но скоро рядом будет с ним находиться факел Паралимпиады. Разговоры о передаче этой реликвии музею уже ведутся с руководством оргкомитета «Сочи-2014». Пополнилась экспозиция и филателистической коллекции. В Музее спортивной славы собраны все марки и конверты с олимпийской символикой. На некоторых есть даже автографы спортсменов и организаторов игр. В том числе роспись оставил президент Паралимпийского комитета Филипп Крэвин. Самый новый экспонат – городская чаша паралимпийского огня. Только недавно она собрала искры из 45 городов России на лайфсайте «Роза Хутор», а сегодня уже украшает Музей спортивной славы. Экземпляр действительно большой, и не только в плане его действительных размеров, реальных размеров, но и в плане его значимости для нашей музейной экспозиции. Это городская чаша паралимпийского огня, которая буквально вчера появилась в нашей музейной экспозиции. Скоро экспозицию пополнит и чаша олимпийского огня. Также музей обогатился уникальными изданиями. Медиа-центр подарил музею книги, в которых описан полный сценарий открытия и закрытия Олимпиады 2014. Зимние игры оставили после себя такой след, что экспонатов, собранных во время их проведения, хватит еще на один музей.